Научный центр мирового уровня сегодня является главным, так сказать, научным центром в области нефтегазовых технологий. В него входит 4 ведущих университета в области нефтегазового дела. Несмотря на то, что данное направление исследований является довольно-таки популярным во всем мире и существует большое количество лабораторий, в России таких лабораторий очень немного. И наша, не побоюсь этого слова, является флагманской, что подтверждается большим регулярным количеством публикаций в журналах «Кварцель» Q1 и Q2. Второе – это возможность посещения различных мероприятий, конференций. Ну и, наверное, третье – это возможность воспользоваться, не побоюсь этого слова, одним из самых передовых и современных оборудований. Здесь, на данной установке, которая входит в комплекс уникальных научных установок, мы исследуем процесс внутрипластового горения, который протекает в данной установке. В рамках каждого из мероприятий, то есть каждого проекта, так или иначе создаются либо цифровые базы данных, либо системы, программные алгоритмы по обработке этих данных. Вот, либо также у нас есть отдельный проект, в котором мы создаем когнитивную цифровую платформу. И горизонты взаимодействия расширяются. Для нас это очень важно, чтобы транслировать наши знания по всему миру.